Ирина Гейлис трудится в перинатальном центре с 1996 года. Сначала была акушером-гинекологом, затем перешла в ультразвуковую диагностику. Работа ей это очень нравилась, и в 2008-м опытный врач уже возглавила отделение, которое сегодня является ключевым в деятельности центра. Благодаря новейшей методике скринингового исследования здесь дают шанс на рождение здорового ребенка. Скрининг – это комплекс диагностических мероприятий, которые проводятся в первом и во втором триместре, которые направлены на выявление пороков развития плода и маркеров хромосомных патологий. Первый и второй скрининг у нас проводят врачи-эксперты. Их у нас 5. Они имеют международный сертификат ФМФ, проходят ежегодное лицензирование. Это очень ответственное и важное мероприятие. Первый скрининг самый важный. Во время процедуры специалисты исследуют плод на предмет грубых пороков развития и хромосомных аномалий. Затем женщина сдает кровь на генетику. Все это заносится в базу. Результаты анализируют сотрудники генетической лаборатории. На серьезной программе математически рассчитываются риски дальнейшего беременности, риски развития синдромальных патологий, таких как синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Потау. И также рассчитываются риски акушерской патологии, то есть риск развития преэклампсии, риск развития синдрома с задержкой роста плода, риск развития преждевременных родов. Сегодня здоровье будущих мам и малышей в надежных руках специалистов перинатального центра. Современное оборудование и опытные врачи – спасение для пациенток с тяжело протекающей беременностью. Золотые люди, золотыми руками. Спасибо огромное. За нас переживают больше, чем мы. Помимо этого, в отделении спасают женщин, у которых во время беременности обнаружили врастание плаценты. За помощью в Видновский перинатальный центр приезжают со всей Московской области. Диагноз выявили на 9-й неделе и сразу направили сюда к окружному гинекологу. Сделала я 4 заготовки плазмы. Берут как бы анализы еженедельно. Ну, как бы, в принципе, я довольна всем, нареканий у меня нет. Спасибо, да, всем врачам, акушерам, медсестрам, УЗИстам, которые каждую неделю контролируют процесс, как там происходит. Свой профессиональный праздник, который в России отметят 29 октября, врачи отделения антинатальной охраны плода встречают на боевом посту и в приподнятом настроении. Я всех врачей ультразвуковой диагностики поздравляю с праздником. Всем удачных исследований, хороших, интересных пациентов. Служба важная, служба нужная. Она очень динамично развивается в последние годы. Мы хотим, чтобы детки все были здоровыми, счастливыми и родились в срок. Конечно, ультразвуковая диагностика – одно из ключевых исследований не только в гинекологии. Этот метод позволил сделать прорыв в обследовании человеческого организма, а значит, спасти здоровье и жизни миллионов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская – Видное ТВ.